когда именины у Елизаветы в 2021 году. Если вы приглашены на именины Елизаветы, обязательно отнеситесь к выбору подарка с должным старанием и подготовьте оригинальное поздравление. Ведь обладательница такого красивого имени очень высоко ценит внимание к своей персоне. С этим именем можно встретиться еще в библейских легендах, и в переводе с иврита оно означает «клятва перед Богом». Его энергетика очень светлая и положительная, оно наделяет целеустремленностью, напористостью и властностью. Еще в детстве Лиза поражает своей активностью и деятельностью, ей интересно абсолютно все, во всем она стремится стать лучшей. Всегда знает, чего хочет и никогда не занимается бесцельной работой. Влияние имени обуславливает лидерские задатки и огромные амбиции Лизы, она привыкла играть только главные роли, но при этом с огромным вниманием и теплотой относится к окружающим, умеет веселиться и дарить радость. Обаятельно, мило и великодушно, но когда нужно, может проявить твердость, настоять на своем, при этом в поединке с действительно сильной личностью первая сделает шаг назад. Добродетель, воспитанная железной волей, следуя православному канону и святцам, именины всей Лизы празднуют 7 мая или 24 апреля по старому церковному календарю. В этот день почитается память преподобной Елизаветы Чудотворницы Константинопольской, святой покровительницы всех обладательниц этого имени. Она была игуменьей одного из константинопольских монастырей и вела праведную, строгую, лишенную мирских благ жизнь. А прославилась тем, что перед силой ее молитвы не могли устоять бесы и тяжкие недуги. В 2020 году, как и ежегодно, согласно церковному праздничному календарю, именины всех Елизавет празднуются не единожды, поэтому дата, наиболее близкая ко дню вашего рождения, и будет для вас Днем Ангела. Календарь именин Елизаветы 7 мая, 24 апреля, преподобная Елизавета Чудотворица, княжна преподобная Елисавета, великомученица. 5 сентября, 23 августа, праведная Елизавета, 31 декабря, 18 декабря, праведная Елизавета, 7 мая, 18 июля, 18 сентября, 4 ноября, поэзия чувств в гармонии, слово выбирая подарок по случаю именин Елизаветы, помните о том, что она любит заниматься рукоделием и домашним хозяйством, поэтому что-то одновременно изысканное и связанное с любимыми хобби особенно ее порадует. Также в День Ангела Елизавета наверняка оценит красивые стихи в свою честь, ведь она дорожит вниманием и комплиментами. А для именинницы слышать их вдвойне приятно. Здесь вы сможете выбрать красивый стих, отличающийся оригинальным слогом, чтобы от души поздравить виновницу торжества, избежав банальностей.